Меню у нас цикличное, согласовано с Роспотребнадзором. Мы полностью соблюдаем их рекомендации. Дети получают горячее питание. В обязательном порядке это блюдо, второе блюдо. Но сегодня, вот, например, мы кушали детки тефтели, макароны с подливочкой, салат. Сейчас в меню добавлены овощи, добавлены фрукты. Это, конечно, на помощь нашим детям. А дети-то что больше всего любят сами? Дети что больше всего любят? Дети больше всего любят кушать. В этом году у нас очень вкусно готовят, просто необыкновенно. И вы можете заметить, что тарелочки остаются пустыми.